картошка фри. Потому что мы ходим раз в месяц в кафе. Он любит очень кандер-пиццу. И любит картошку фри. Омлет. Яичница. Люблю суп колбасный. Он очень ждет, когда начнется зима. Он любит играть в снежки, кататься с горки. И бабушка, дедушка пообещали ему на лыжах научить кататься. Зима. Я люблю копать норы и ямы в снегу. Он попросил у нас купить собаку ему. Мы ему купили собаку. Сейчас она живет у нас. Его зовут Рекс. Он очень любит его. Они любят играть, да. Они задирают друг друга. Потому что у меня дома Рекс. Я его вот так могу делать. А он что делает? Крутится. Карие. Но он, скорее всего, ответит, что коричневые. Коричневые. Нравится, потому что там его друзья. Он очень любит играть в войнушки. Да, играть в войнушки. Могу играть в зомби-апокалипсис. Ну, он хочет быть иногда полицейским, потому что папа работает в полиции. И иногда военным, потому что он играет дома в войнушки. Ему нравится эта профессия. Полицейским, потому что они ловят. Он иногда может помыть посуду. И научился зашивать носки. Посуду мою. Помогаю стирать. Прям руками вот так чуть-чуть. Или на машинку на кнопочку нажимаешь? На машинку на кнопочку нажимаю. Он любит рисовать. Также он и поет песни. Ну, не детские, конечно. Современные. Я люблю рисовать. Первое, что я нарисовал, это машинка. Я люблю с мамой и с папой играть в шашки. Недавно он сказал, что он хочет много-много игрушек. Вот именно прямо сейчас. Я мечтаю о своих игрушках. Поиграть с ними. Он похож и на маму, и на папу. На маму он похож глазами. А на папу это улыбка, цвет волос. На папу и на маму. Потому что папа со мной играет. А на маму чем похож? Потому что я стираю белье. Тёмик, Тёмочка, сынок. Крошка-енот. Котик-енот.